Очередь в детские сады в нашем регионе сокращается. Первый камень – фундамент нового сада на проспекте Победы, заложил глава городской администрации Николай Овчаров. Вот в эксплуатацию этого здания позволит еще 200 малышам пойти в детский сад. Всего же в течение 3 лет в Курске будет введено в строй 17 новых и реконструированных дошкольных образовательных учреждений. Рассказывает Юлия Комкина. Экскаваторы в полной боевой готовности, стрелы кранов взметнулись в самое небо. Совсем скоро здесь начнется важная стройка. Новый типовой детский садик на 140 мест. А вот и кирпичи, из которых будут строить счастливое детство. Северный район Курска – самый молодой и по застройке, и по возрасту его жителей. В 2009 году малышей принял новый детский сад под номером 3 на 140 мест. Но очередь пока длиннее. Уже сейчас плотное заселение здесь на проспекте Победы просчитывается до 25 тысяч жителей. Понятно, что не все они имеют детей, внуков, и не все они хотят идти в детский сад. Но все-таки очередь, которая стоит в третий детский сад, она достаточно велика. И нам еще парочку садов бы здесь не помешало. Знакомьтесь, это Рома. Вместе с мамой осматривает место, где совсем скоро будет детский сад. Его построят в 2 шагах от дома. Безумно рада, что наконец-то в следующем году уже мой ребенок будет определен в сад. Общаться, конечно, хочет. С детьми не хватает общения, потому что я работаю, с ним сидит бабушка. Современные экологически чистые материалы, яркая отделка, благоустройство прилегающей территории. Стоимость объекта 85 миллионов рублей. В саду будет 8 групп по 25 человек. Сократить здесь очередь поможет и реконструкция детсада на Заре. Мы заканчиваем капитальный ремонт, реконструкцию детского сада 96-й, который был передан от Министерства обороны на 240 мест. Поэтому 200 здесь где-то около 500 детей, которые нуждаются в первоочередном порядке в детских садах. То есть реконструкция одного садика и строительство у этого садика, она напряженность и в полной мере, в общем-то, решит эту проблему. Первых ребятишек детский сад примет уже через год. Юлия Комкина, Андрей Дегтярев, телеканал «7».